Где эта музыка? Всем привет, с вами Макс Лиск, вроде бы музыка пошла. Значит, у нас 16 серия, мне пишут в комментариях, то что как-то неправильно качаюсь. Ну тогда я покажу, что тут можно было забрать. Так, у нас есть 8 штучек полезных вещей, что-то у нас супергерой какой-то. Так, вот, Родгресс. Так, у тебя нереально крутые силы, мы уже тебя знаем. Почть, Универст, атака. Так, хорошо, только как мне выйти потом? Так, значит, у тебя хорошие пушки, так, тогда зайдем банан, посмотрим. У нас можно еще что получить? А, все уже получено. Это чувак такой, видимо, Кадан. Ладно, ладно. Так, заходим сюда, бесплатно получаем. 20 кассет, ага. У меня больше ресурсов, заметьте это. Так, потом бесплатно нажимаем. Давайте куксочек откроем. Докажем, что мы можем развиться. Конечно, говорят, что цель это центр, но мы же знаем, что центр пока что никто не захватывает. А чтобы захватить его, нужно 20-48 часов, чтобы построить ракету. Это очень много. Так, прокачать. Угу. Я уже качаю кое-что. Да, лабораторию. Ну ладно, что поделать. Обучить всех, давай. Сейчас будем атаковать. Нас один, конечно, охранник. О, точно, попросить помощи. Точно, друзья, есть альянс. Вот нам поможет. Все. Так, подарки. Забирай. Ничего не отдавай. Так, смотри, сколько призов. Так, что у нас тут есть? Эти бананы, крышки. Так, это у нас ресурсы для, наверное, команды. Ключ альянса. Ключ альянса. Интересно. А у кого ключу альянса подарок сокровища? А что там такое? Чем выше уровень подарка, тем больше награды. Ох, выше уровня подарков, чем выше награды. Выше уровень, все ясно. Так, исследование. У нас есть 4 500 000 железа. Мы можем помочь. Сколько можем помочь? Так, на что увеличиваем? Скорость сбора урана. Очень даже хорошая функция, но что нужно другое. Скорость строительства. О, это, наверное, важно. Скорость строительства. Все, прокачал. Стройте там. Да, один человек вообще ничего не может. Вот сам видно. Уже самому видно. Так, скорость строительства. Это офигенно. Мы сможем так быстро построить. Для старта. Так, забираем у нас. Что как-то 8-7. Мало-мало очень. Нужно захватывать территорию, точно. Так. Заходим этим, собираем. Так, забираем. Так, перейти, собери там пищи. Или что там, да? Подожди. Выши штаб походу. Блин. Ладно, потом лучше. Да, нужны квесты выполнять. Срочно помочь союзникам. Окей, 8000 собрать, 8000 производить из пищи. Окей, 8000 пищи. Так, нажимаем, значит, сюда пищу. Любую выбираем. Вон она, кстати, очень рядом. Никто у нас не нападает. 8000 пищи, да? Все, хватает. Так, и герой собирает. 6570. Герой просто будет ходить, как я понял, да? О, ничего не будет собирать. Командовать будет, давай посмотрим. Как там посмотреть. А, ладно. О, есть такой, да? Так, как-то вот так вот. Вот так можно. А, ладно. Ну, прикольно, 58 плюсиков. Так, ракетка. Так, квест, это очень хорошо, собрать 6000 железа, окей. Где мне собрать железо? Давай, квест выполняем, больше получаем, и мы выиграем. Вот бы такая цель, чтобы 9000, чтобы победить в гонках ракеты, кто быстро построит, да, я же прав. Так, все, давайте. Так, а мы будем разделяться, чтобы прям было мощно. Так, собери 9000 пищи, собираем вроде бы, урана собери. Может быть обновить? Нет, там у нас квест меняется. Так, принять, перейти. Пищи. Давай пищу еще. 2000 вроде бы, да? Так, вот, выбираем героя. У нас очень мало героев. Нужно добыть героя. Давайте пошлите. Так, следующий герой. Так, принять еды. Урана. Уран. Вон уран близко находится. Вроде бы тоже 2000. Давай последний. И вы быстро приходите к нам, потому что я боюсь как-то за вас. База без охраны осталась. Так, тут двое, там один. Все разошлись. 5 миллионов 3 тысячи. 1700. Так, получаем награды.
Ага, собираем пока что. Там ничего нет. Войск нету. Все, я их всех отправил. Так, собираем. Опа, на награда. Давай, чтоб это хорошо. Так, нужно функцию, кстати, блин. Заходим сюда, вот вроде. Обучалка, давай. Просто у нас один только за один час. Можно ускорить, да? Но это потом, когда нас будут нападать. Пока что все мирные. Все окей. Бесплатно. Так, заберу. Так, вот. Вроде бы вот так вот. Дальше мы вроде бы должны порта нажимать. Потом уже строить ракету. Да, участников. Офигенно. Альянсов. А, это весь карта мира. Орда, это вся Ортенская мира. Земли, планеты. Рейнтенг 1. Участников Альянса. Общая сила. Это вся сила. Вождь Орды. Кто такой Вождь Орды? Так, одноглазый Эрик, это мой персонаж, который я выбрал на канале Max Risk Gaming игры. Поиск, видите, найдите такую игру, найдете такой канал. Так, они верят только в силу, кома. Им нет дела до того, как называемого наследства человечества. Это нас Эрик говорит вроде бы. Так, сокровища и слава только для сильнейших. Кто из них говорит? Сокровища и слава только для сильнейших. Окей, я справлюсь с этим, да? Так, Орда. Нажимаем на ракету, ракетница технологии. Вот, значит, тут нужно построить ракету, я не пойму, для чего она тут? Вроде бы, чтобы построить, только где ракета? Я что-то не в курсе. Так, вот эта вот башня, она уже прокачивается, время 3 минуты, увеличенный урон от навыков героя против всех титанов, белых мутантов. То есть нужно тут жертвовать, да? Вот знаете, я хочу дойти до вот туда, вам только мне как-то не бесконечно их. Так, перейти нужно. Вот где собирать. Забрать приз, давай заберем. Так, выполнить. Уничтожим там два мутанта. Давай уничтожим. Вроде бы пришли солдаты. Вот как нужно играть. Вот, да? Или нет? Так, забираем, смотрим. Пушки нужны, да? Как я понял. Пушки самое главное. Обучалка. Повышение скорости под... Подготовка войск к скорости. Конечно, нет времени, что прям уже конец. Пушка, что главное, или колеса? Я думаю, пушка. Так, награда. Давайте. Сделаем максимум. Кстати, даже тратится уже. Так. Новый сундучок, давай откроем. Так, 3000, нормуль. Давай еще. Мне не жалко, давай. Блин, уже много хотите. Все, это максимум. Все, перебор. Ох ты, классно, только 224 осталось, все, будем копить, дальше, наверное, будем развивать его. Вот это было до нуля, а я только развил немножко, 820, по-моему, по восьмерке, да, по-моему, да. Все нормально, или нет, им вообще мало. А, вот, я 51, а вы там, ох, сколько. В общем, говорят, что нужно прокачивать всякие. Так, что у нас такое, купить. Так, ага, что это такое, купить, ну и зачем я? 1200. А, эти мне даже покупать. Опа-на. Ускорение энергии. Интересная штука. Восполняет шкалу энергии на 48 часов для энергии обезьян. Чтобы телепортироваться всякие. Если у нас будет больше энергии, тем самым убираем, да? Тем самым можем убежать от битвы. Офигенно будет. Давай откроем. Возможно, выводит новый персонаж. Но хоть что-то увеличение скорости на 15 минут. Отлично. Давай ускорим? Нет. В общем, пишите в комментариях, когда мне ускорять. Когда будет атаковать на меня. Или когда уже будет движуха. Очень быстрая эта движуха. Пока все нормально, все мирные. Так, улучшить навыки. Чувак, тебе нужно улучшить навыки. Улучшить навыки. Прокачай. И все вроде бы. Уже двойка. Скоро попадаешь в меня, ты. Мифический бравлер. Такой типа того. Ссылки на канал мои в описании, на канал Max Risk и канал Risk Stars вам. Подписывайтесь тоже туда вот. Смотри, сколько наград. Вообще шикарно. Так, улучшите альянса. Победите белых мутантов. Давай. Я только с радостью победить их хочу. Так, вот так. Создать отряд. Отправляем. Так, я хочу на базу. Так, вот, излечить всех обязательно нужно сделать это. Так. Вот что самое главное. Вот, это мы уже смотрели. Дальше вот это происходит, потому что четвертый этап, я не знаю, что мне скинули. Где поезд наш? Открывающий поле окончания на север через обезьян.
и проход первого уровня. Тогда я вот так сделал, так сделал. Так, вот тут у нас есть призы. О, хорошая штучка, так давай. Спасибо. Ух ты, самое прям дорогое. Говоря, знаете что? Эти вот как-то называются. Эти вот. Ух ты. А. Блестящий SD. Это типа то монеты игры Age of Ares. Эпоха. Эпоха обезьян. Или эра обезьян. Ну, скорее всего, эпоха обезьян. Там Age of V Ares. Значит, эпоха — это обезьяны по переводу. Ну, так сойдет. Эпоха обезьян. Или эпоха — это обезьян. Лучше эпоха обезьян. Вот так вот. Так, значит, вот. А тут никто не нападал, давай посмотрим. Все целое. В общем, вот так качаться нужно. Все целое, все нормально. Так, ракетка, говорят, нужно прокачивать. Окей, блин, не хватит мне. Давай потом позже. Это закрыто. А че у нас тут все закрыто? Я не понимаю. Максимум. Ага, вы сначала это качаете. Еще это качаете. Это наши сокламцы качают или только мы качаем? Что я не в курсе. И где мы их качаем? Где ракета наша? Чтобы мы там уже охраняли ее. Так вот. Ого, 12-й. Это опасный. Так, хочу. Так, флаги Альянса. Орда. Показывать Орду. Так, Альянсы показывать. Значит, это что такое Альянсы? Так, тихо. Это у нас один Альянс. Ладно. Тогда соберем и пойдем в путь, посмотрим. Карту. Так вот. Исследование. О, ё-моё, он там исследует. Ну что, как он такое? Блин, сейчас ко мне будут переходить. Вот сюда, вот туда, вот. Вы не сможете не отлететь. Нет, хочу здесь. Ракета, что такое? Что это значит? Мне интересно. А знаете, они говорят, что если туда пойти, то вы откроете так самое новые степи, прокачайте. Так. Вон, кстати. Это поезд красный. Ничего, стоит дорога. Дорогу эту в этой области найти не получится. Сначала надо разведать укрытие туманов вместо воскруга горна. Это уже ракету строят? Один наша ракета, что я не в курсе. Тут ни одной ракеты. Тут есть, ё-моё. Может быть, захватить ракету? Мне уже страшно. Пиши в комментариях, это ракета, мне захватывать ее, кто знает. Большинство знают игру, так что нам помогут. Так, окей, тогда я иду в поиск. Да. Всем удачи, всем пока.